Всем привет! Сегодня мы построим 10 легких декораций для дома в Майнкрафте. Итак, начинаем. Номер 1. Сейчас мы построим простой диван с подушками. Вскрываем 2 ямы глубиной 2 блока. На дно ставим светокамень. Далее ставим флажки и потом все это закрываем ступеньками. Готово, переходим к следующей декорации. Номер 2. Книжный шкаф. Сначала нужно продырявить стену. Надеюсь, вас за это не поругают. Далее ставим книжные ящики и полублоки. Обязательно украсим все это цветочком. Книжный шкаф готов, переходим к следующему лайфхаку. Номер 3. Дерево в горшке. Это нам понадобится цветочный горшок. Мертвый кустик и листва. Ставим цветочный горшок, у него кустик, и сверху ставим листву. И получается как небольшое дерево. Сделаем небольшой столик и построим там то же самое. Вместо кустика можно использовать бамбук. Готово. Номер 4. Сейчас мы сделаем 3D коврик, только он будет серого цвета, потому что кораллы без воды умирают. А когда кораллы умирают, они становятся серыми. Здесь будет пол из досок, а сам 3D коврик будет 3 на 4 блока. По центру тоже все блоки убираем, я здесь поставлю шерсть, можно использовать другие блоки, если хотите. Получилось красиво, идем к следующему лайфхаку, номер 5. Сейчас мы построим камин, который можно включить и выключить. К сожалению, нам снова придется продырявить стенку. Устанавливаем раздатчики. Один сбоку и 3 сзади. Проводим редстоун, как показано на видео. В 3 раздатчика ставим зажигалки и в 1 воду. Делаем внешнюю часть, а именно ступеньки, блоки, кнопки и стекло. Мы совсем забыли поставить незряк, или можно поставить песок в душ. Это нужно для того, чтобы огонь не потух. Вот и готово, получился классный камин. Номер 6. Ну сейчас самая легкая постройка, это лампа. Для этого ставим 2 эндер стержня и сверху ставим блок кварца. Номер 7. Сейчас мы построим телевизор. Строится он очень просто, просто повторяйте за мной.
Номер 8. Сейчас мы построим диван для этого телевизора. Очень легкая постройка. Номер 9. Сейчас мы построим душ. У него будет функция включения и функция выключения. Сначала подготовим стенку, за которой будет стоять редстоун. В углу ставим полублок и вокруг него ставим ступеньки. Два ведра воды хватит, чтобы все это заполнить. Внутри ставим раздатчик. Теперь ставим кнопку и проводим к раздатчику редстоун. Я немного неправильно поставил раздатчик, его нужно поставить на один блок ниже. Заканчиваем проводить редстоун, и все, что осталось сделать, это поставить раздатчик в ведро воды и поставить люк из железа. Готово, давайте проверим душ. Есть кнопка включения, если нажать повторно, то это будет кнопка выключения. Теперь давайте закроем весь редстоун, чтобы его не было видно. Ну а сейчас последний лайфхак на сегодня. Номер 10. Ставим 2 флажка и 4 лестницы, и получается полотенце. Ну а точнее место, где оно должно висеть. Ну на этом все, спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, всем пока!